Дом сдан. Именно этого заявления от застройщиков дольщики дома номер 53 по улице Маяковского ждут со второго квартала этого года. Тогда по всем документам дом обещали сдать, но до сих пор долгожданного вселения так и не происходит. Необходимые условия для проживания в новостройке на Маяковского 53 имеются. Работают лифты, есть вода, свет, газ. Но никто здесь не живет. Этой весной должны были сдать 98 квартир, но люди до сих пор не получили ключей. Кому-то приходится, внося очередной ипотечный взнос, платить еще и за съемное жилье. Обосновывают в том, что проблемы с межеванием, с землей. Проблемы. Не могут оформить документы. И это очень долго, походу, будет. Нам выслали дополнительное соглашение, в которых написано, что сдача дома 1 августа 2016 года. Почему все люди с детьми должны жить неизвестно где и ждать, когда застройщики сделают свои бумаги? Застройщик компании «Инвесткомплекс», объясняя задержку сроков сдачи дома более чем на год, ссылается на новый закон о межевании земли, который вступил в силу 1 марта этого года. Согласно ему, дом должен быть сдан с выделенной землей для жильцов. По словам застройщика, процесс межевания связан со множеством согласований, и поэтому тянется так долго. Началась работа. Предыдущие руководители департамента земельных отношений, ДГА, они говорили, что... И даже в кадастровой палате не будет никаких проблем. Тем не менее, когда дело дошло до оформления, проблемы возникли. Все обращения, которые были в администрации, прочее, все пока ссылается, что есть закон, выполняйте. На общем собрании дольщиков застройщик заверил, что ускорит сроки оформления необходимых документов, а если возникнут разногласия с администрацией города, готов дойти до суда. Вот только людям, которые вложились в строительство и ждут своих законных квадратных метров, от этих обещаний не легче. Евгения Караксина, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.